15, это Пятачок, еще один момент, и сразу же первый голевой момент увенчается успехом. Хоккейный клуб Чебоксары при поддержке своих фанатов, которых сегодня прибыло немало, открывает счет. Пятерка в составе хоккейного клуба Чебоксары. Хороший момент, и удваивает счет, великолепная шайба. Хороший момент, игра! Отыгрывает эту шайбу, хоккеисты Челнок. Гонки бомбардиров за счет передач. И третья шайба влетает. Один на три. Питает. И бросок. Бросок и гол! Дмитрий Басов. Именно он становится автором заброшенной шайбы. Ты забрасывает вторую шайбу. Дмитрий Левашов мог забросить шайбу, а тем временем, откуда ни возьмись, и вновь шайба влетает в ворота. Хороший момент. У ворот Дорофеева и гол. Пятая шайба влетает в ворота. В атаке вновь гости, уже шестая шайба влетает в ворота Челнинца. Горбенко. Третья пятерка учебника по площадке. И гол! 6-3! Хоккейный клуб Чебоксары. 6-3 впереди гости. Солидное преимущество. Но тут Челнинц отыгрывает еще одну шайбу. Остается шайба. Челнинцев и гол, как Индианова. 5-6. Захватывающий хоккей сегодня получился. Гол! В атаке гости. И победная шайба заброшена. Приступлю. 7-6. Таким счетом завершилась первая встреча трехматчевого противостояния. Сегодня выиграли гости. Ну а мы приглашаем всех на завтрашний матч, который состоится в 13 часов по московскому времени.